наемников грабителями. Ладно, ладно, по рукам. Новые серии каждую среду в 10. Канада был Юнитис. Видели эту женщину? Я здесь продаю еду и хочу продолжать в том же духе. Больше мне сказать нечего. И растений погибли за считанные минуты. Такая же судьба ожидает всех, кто приблизится к южной окраине Корейского полуострова или его прибрежным водам. Однако город нельзя назвать мертвым. Но для начала нам все-таки стоит ввести наших зрителей в курс дела. Карина, что такое биочип вообще? Сетевой дозор предупреждает, что без наблюдения находящиеся в Пусане и скины со временем могут стать агрессивными. Корпорация Арасака уже возложила ответственность за кризис на Меритет. Сотрудники... Знаешь эту женщину? Ей около 30, чуть пониже тебя будет. Говорят, часто здесь бывает. Это Кабуки! У нас тут кого только не бывает. Умников, я смотрю, тоже хватает. Да, и умников тоже. А есть умники, которые копа в лицо могут узнать? Может, ты ее все-таки видел? Может, и видел. Я сейчас подумаю, ты пока посмотри, чем я торгую. Вдруг купить чего захочешь. Сообщается, что стоимость скульптур и ювелирных изделий, добытых в ходе нелегальных раскопок в Венеции, на данный момент составляет... Ты что, укрываешь копа? На территории тигриных когтей? Я клянусь, и в мыслях не было. Я-то верю. А вот они... Знаешь, что они делают с теми, кто им врет? Вырезают все импланты. Начисто. А иногда и чего похуже. Ладно, ладно, понял. Она снимает номер в этом мотеле. Тебе вон туда. 90% офицерский состав. Именно их обязанности примет на себя СВС-патч, являющаяся полностью автоматизированной системой команды. Эй, не разменяешь мне сотню по 50? Что, ну разменяй. Мне сдачу давать нечего. СВС-патчем будет охранять наши границы, но не в таких условиях не выстроить Швейцарию агрессором. Это все на сегодня. Спасибо. До встречи в новом выпуске. Смотри, куда прешь! Стоять! Дальше ни шагу! Кто меня заказал? Имя! Имя говори! Анна, бросай расследование. Это в твоих интересах. Это угроза. Ты, блядь, у меня на мушке. Не наоборот. Эй, расслабься. Я просто хочу помочь. Помочь? У меня импланты в ушах сбоят. Ты хочешь сказать, запугать? Просто брось свое расследование. Не с теми людьми ты связалась. С какими людьми? Скажи мне, кто они? Тебя заказали твои дружки из полиции. Сука! Я так и знала! Билл Адамс и Роберт Ковальский. Вот уроды! Не бери в голову. Это не важно. Ну да. Короче, пошли они, уроды. Еще помирать из-за них. Нахуй эту работу и этот город!
Что будешь делать дальше, Анна? Ха, а тебе какая печаль? Я тебе кто? Подружка? Дело я брошу. Чего тебе еще надо? Уебывай, тварь продажная! Думаю, больше говорить не о чем. У тебя прямо дар убеждения. Рада, что у нас все получилось. Заказ закрыт. Я сейчас тебе пришлю одну программку. Ее написал Бет. Нетранер, которого тебе надо выручить. Тебе нужно взломать сеть мегабашни и загрузить туда этот скрипт. Все детали в письме. Туда не подключайся. Поймают, так даже разговаривать не станут. Это наш сервер, кто меня там поймает. Тигриные когти. Ты что? Все равно они ни хера про локальные сети не знают. Пусть попробуют меня отследить. Это 54-й канал. Время местных новостей. Кровопролитие в пустошах до сих пор продолжается. Перестрелки произошли на трассах 1, 166 и 101. Свидетели считают причиной межклановые конфликты. Число нападений на непричастных к столкновениям людей не увеличилось. Тем не менее, в целях безопасности полиция решила повысить уровень угрозы в регионе до второго. Старайтесь избегать второстепенных дорог.
Мы будем держать вас в курсе развития ситуации. Вертолет, не трогай, понял? Сибири урановой шахты Лунаринская, которая находится недалеко от Новосибирска, благополучно разрешилась. Напоминаю, в результате землетрясений высокой магнитуды в шахте оказались запертых 35 горняков. Но благодаря анабиотическим имплантам Суслик-2 шахтеры продержались почти 2 недели без продовольствия и воды и смогли выжить. К счастью, после спасения и краткого отдыха для технической оценки состояния весь персонал немедленно вернулся. 7 лет. Половину блока Д успел расписать. Слушай, у меня брат двоюродный. Людей в тату-салон набирают. Интересно? Ну да, конечно. Биологические, так и ядовитые отходы. В этой борьбе с огнем погибло уже 7 пожарных, и еще 40 получили серьезные ожоги и токсические отравления. Шведская академическая премия по литературе объявила нового лауреата Вирджинию Гранчестер. ものは何もない。
Новости на 54-м. Я Джиллиан Джордан, и вот что сегодня происходит в мире. Ситуация с обрушением Южной Сибири урановой шахты. Очередная волна беспорядков после нападения террористов-смертников на базы НСША. Президент Майерс публично возложила вину за взрывы на Республику Техас. Войска НСША молниеносно ответили на это серией бомбовых ударов по аэропортам Техаса, в Веллингтоне и Эль-Пасо. Несмотря на обоюдное желание сторон избежать дальнейшей эскалации... Правда, лучше туда не подключайся. Поймают, тут даже разговаривают. Итак, Бет счастлив, я счастлива. А значит, ты получишь свои деньги, и все будут счастливы. Заказ закрываю. Спасибо, Ви. Thank you.
Привет, Ви. У меня новый клиент. Скажем так, умом парень не блещет. Нажил себе неприятности и теперь хочет скорее свалить из города. Подробности в письме. Ali cuma menan de. Ты Хван Бо? 그래. 근데 다들 날 치타라고 불러. 내가 또 치타처럼 존나 빠르거든. как скажешь, гепард. Лишь бы тебе нравилось, а мне-то пофиг. Как ты сюда попал? 야, 차 타고 왔지. 걸어 왔겠냐? 이 근처에 주차해뒀어. Дай-ка я поведу. 야, 이런 개씨발 놈들이야! Думаешь, я слепой или глухой? Завали пасть, а то пуля влетит. 야스와 나카니르. 정보 도리다네. 보스의 명령 도리. 문도 무효로 뛰. 이나. 그래서 이끄죠, 마라. Thank you.
Отлично выглядишь, братан. А то это все новая партия. Шибай. Оу, 존나 아슬아슬했는데. 그래도 우리가 해냈어. Да уж ты герой. Нет, 별명 같은 거 없어? Нет. 그럼 이참에 뭐라도 생각해놔. 인걸에서 큰 거 잘못된 거야. Да ты шутишь. 당연하지. 그냥 입에 착 붙는 거로 아무거나 지어내봐. 그럼 사람들이 금방 기억할 거야. 난 효과 좀 봤거든. Ладно, мы на месте. Вылезай. Я, тщ-тщ-тщ-тщ-каман! А, кэнде, чё сэкидэл мидоду дэ? А, но гамён, нэ кунгпатэ гагу, кэроны гон аниджи? Реджи наняла их напрямую. И лично всех проверила. Арассо, араттагу! А, дэримён дэжона! Кригу, утэрэсо туажосо, гумаусо. Пожаловать в реальный мир. Безупречная работа. Кван Бо говорит, тебя надо прозвать Бешеным Львом. Видимо, он всем доволен. Сейчас закрою заказ и вышлю тебе твои деньги. Есть для тебя непыльное дело? Надо обнулить одного человека, который вымогает деньги у честных тружеников. Его зовут Блейк, и он та еще сволочь.
Про его методы почитай в письме и принимайся за работу.
Так, погодь. А? До сих пор продолжается. Перестрелки произошли на трассах 1, 166 и 101. Свидетели считают причиной межклановые конфликты. Число нападений на непричастных к столкновениям людей не увеличилось. Тем не менее, в целях безопасности полиция решила повысить уровень угрозы в регионе до 100. Мы будем и дальше держать под контролем. Мне нравится, как ты умеешь решать проблемы. Я довольна, а клиент тем более. Хорошая работа, закрываю заказ. Одно, 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 одно
Зря подорвались. Мы порылись на личном сервере Джотаро и узнали, кто поставлял ему людей для съемок. Знакомься, Джихён. Работорговец и эталонный кусок дерьма. Разберись с ним, пожалуйста. Детали в письме. Thank you.
Вылезай! Ты где там? Надо бы тебе мозги. Это что сейчас было? Соевые чипсы, ржавая вода из-под крана, под твоими окнами опять кого-то зарезали. А что если у тебя появится шанс? Появится шанс все изменить, сбежать далеко-далеко и начать собственный путь к последнему рубежу. Отправь слово в космос на 7299 и получи. Что происходит? Я тебе...
ご旅行の際にはぜひオービタルエアをお選びください。Я тебе кишки... Надо же, Джихён мертв. А я-то думала, меня сегодня ничего уже не порадует. Замечательно. Закрываю этот заказ. Thank you.
есть один дурачок, Алоис Дакен, даром, что имя звучное. Сучонок обманул мое доверие и свинтил из города. Ну и хер с ним. Меня интересует только информация с его компа, который он оставил в Найт-Сити. Глянь мое письмо, там написано, что делать. Кто-то есть. Нечего было так...
полно автомобилей с проблемами самоидентификации. Они пытаются быть крутыми во всем. Между нами Сион такими проблемами не страдает. Красавец точно знает свое место. Это спорка. Автомобиль Фонтен для двух единственных... Глаз уже нет? Глаза. Работа для специалиста. Кстати, почки. Фу, говно. У одного такие камни были. Ой, все, закрой хлебало, еще скушать про это. Эй, а ты тут откуда? Я был внизу. Хочешь поговорить об этом? Не знаю, что ты там видел. Я туда не хожу и ничего не знаю. И вообще меня заставили. Я был заложником. Сказали, если я попытаюсь бежать, тоже буду на столе. Время какое-то напряженное сейчас. Ладно, ладно. Я тебе верю. Паскудное дело. Хорошо, что все кончилось. Что у тебя есть?
Mm-hmm.